Ну, хоть музыка хорошая. Но хоть музыка хорошая. Как не скучно. Кажется, я перебрал. Объясняет он хорошо, но я, кажется, забила с 60 метров. Правда? Старвон весомый. Знак, да, да. Хорошая презентация. Решила, как буду голосовать. А тут как раз один есть. Не самый интересный вечер. Я не думала, что он заставит меня передумать. Прямо тихий вечер. Интересный вечер.
сказала ему в лицо все, что думала. Возможно. Ты должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Thank you.
должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Но ты приходишь сюда, приводишь друзей, вынуждаешь меня менять планы. Но сегодня из-за тебя придется... Должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Но ты приходишь сюда, приводишь друзей. Даллас Лукер был терпеливым человеком, брат. А я нет! Иди ко мне. Быстро. Макриди, бомбы, они... Я слышал. Не знаю, успею ли их найти, но я уже иду туда. Твою ж мать! Адам, что происходит? Мне сообщают о стрельбе в Апекс-центре. Марченко захватил здание. Он угрожает взорвать ближайшие жилые высотки, если я его не остановлю. Друг, ты делай, что должен, но учти, если там орхидея, его угрозы могут быть отвлекающим маневром. Делегаты — наше будущее. Вот что может быть настоящей целью. Найди и защити их. Обыскиваем. Принято. Продолжайте. Принято. Thank you.
вообще. Ух. Какой-то выход. Не надо. Не надо. Отстань от меня! Нет! Выхожу! Его не отыщи! Североамериканской литосферными плитами заметно увеличилась. Если подвигающаяся плита накопит энергию после поднятия океанского дна, это даст большой импульс всей массе воды. Результатом будет цунами, подобность которого не может понять. Детального знакомства с 3507 постановлением Совета Безопасности ООН, также известным как Акт о восстановлении человечества. Будучи принятым, этот закон заставит владельцев слишком сильных и незарегистрированных аугментаций добровольно с ними расстаться или заменить их на разрешенные варианты. В случае отказа предусмотрит арест и перемещение граждан в особые места, предназначенные для проживания аугментированных. За актом стоят исключительно соображения безопасности. Вспомните инцидент, когда из-за неисправных аугментаций погибли миллионы. Противники акта устраивают протесты по всему миру и часто прибегают к насилию. Пока что их не только. Держу позицию. Вас понял. Обнаружил.
ушел. Меня не тронут. Это точно. Должен же быть какой-то выход. Отвяжись от меня! Может, ты просто уйдешь? Цель не заметна. Будет о чем рассказать, если выживу. Уйди, оставь меня! Разобраться? Я не кричу.
черт! Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое. Только оставьте в покое. Ключ к успеху. Не надо меня трогать. Прошу. Говоря об аугментированных людях, нельзя забывать, что ну, фундаментом является не что иное, как бумага. Я ни при чем. Делают. Что я тебе сделал? Зачем они это делают? Так, я в главном зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. И ведь его тоже слушали? Проект «Тихая гавань» правильно сделал. О, давай больше не будем пройти. Я уверена, все неплохо. Только что был бунт. С ней вечно все преувеличено. Ты же знаешь, на как-то было. Ну, я слышала, что не лучше. Местный город с городом Гульма. Мой самый интересный вечер. Многообещающий. Выпейте, сэр. Ну, просто не да, могу. Мне еще раз. Спасибо. Я думал, что лига будет распущена. Ну, ты понимаешь, после инцидента. Слишком много денег вложено, боюсь. Да. Может, их уже... Ваш напиток, как раньше. Хорошего вечера. Дженсен, как твои дела? Да. Пока никак. У одного из них должна быть ключ-карта. Обыскивай лучше. Какая разница? Я ради еды пришел. Я понимаю, о чем ты говоришь, но согласиться не могу. Я считаю, что отдельное проживание аугментированных будет благом для всех, включая их. Класса получится. В согласии, а в фактах. Факт в том, что акт о восстановлении человечества спасет много жизней. И принесет нам много денег. И это тоже. Он использовал газ? А как влез в вентиляционную систему? 3 месяца работал под прикрытием. Успел что-то придумать. Потом просто дождался удобного момента... Ключ-карта у меня. Скоро буду в зоне обслуживания. Как слышите? Миллер! Дженсен, вы там?
Эти суки растяжек на лестницах понаставили. Вы как? Это бомбы? Нет, не они. Малая мощность. Я в порядке. Слушай, мне придется обходить все это дерьмо. Теперь не скоро до тебя доберусь. Не волнуйтесь, я разберусь. Берегите себя. И Дженсен, слушай, нам повезло, что меня тут не завалили после такого шума. Так что ты зачисти весь главный зал, прежде чем дальше идти. Конец связи. Я перегрел. Скажи честно, меня не видели. Ну, хоть музыка хорошая. Наверное, они закрыли ключи. Даю метку, прием. Мне интересно, что они еще. Хотя такое
Вообще-то, со времен инцидента разработчики Милинка шире всего обсуждали проблему так называемого огненного кольца, линии, где сходятся Тихоокеанское и Арктическое. В последнее время сейсмическая активность линии кольца все это напрасно. Отметили? Возможно, цель. За актом стоят исключительные соображения безопасности. Где инцидент? Когда это...
Кто бы что ни говорил, а время тянется долго. Интересный образ. Эй, ты! Да, ты! Да, лучше! Я видела вчера. Ужасно. Эй, зачем это надо выйти. Кажется, я перебрал. А вы подсчитали? Кто бы что ни говорил, а вы же тянется долго. Это не шум. Сейчас проверю. Так, Мак, я разобрался с врагами в главном зале. Там чисто. Понял тебя. Теперь иду в зону обслуживания. Кажется, я перебрал.